Всем привет, с вами Олег, добро пожаловать на новый сезон Метростроя. Конец долгожданный новый сезон. Итак, ну что ж, сегодня покажу участок 1935-го. Ну что ж, давайте сейчас начинать наш... Итак, мы начинаем со станции Сокольники. Как в прежние времена, всегда открыто, всегда первая станция, вот так выглядит станция Сокольники. И вот так у нас. Итак, сейчас ждем с вами ближайший поезд. А, вот и наш поезд. А, это до парк культуры у нас. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Красносельская. Итак, вот теперь у нас появился информатор. Вот так у нас. Временно мы уж метропак убрали. Обычно, готовые частичные поезда. Там, вы видели на стриме, версия 4.0.0.0. Так. О, да. Да. Получается, у нас впереди поезд какой-то. А, осторожно, двери закрываются, следующая станция Комсомольская. Да, да, немножко. Вот так у нас выглядит станция Красносельская. Да, это не тот файл, да. Осторожно, двери закрываются, следующая станция Комсомольская. Вот так выглядит станция Красносельская. Таким образом. Так. Короче, мы перешли на версию 4.0.0.0. Временно будем использовать этот метропак временно. А потому там багуется последний вагон. Так. Пока что не добавили на эту версию. Так. Давайте сейчас. Так. Сейчас. Так. Так. А, короче. Так. 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 Вот так у нас вестибюль так и выглядит. И вот так у нас вестибюль. Давайте следующую станцию у нас с вами. Комсомольская, так. Короче, смотрите, мы с того сезона взяли, которым... Так, через сколько у нас поезд? А, через 2 минуты. Понятно. Короче, смотрите. Вот, короче, что обновили в этом моде. Так, короче, смотрите. Добавили новые функции, вот эти. Чтобы вот так. Я еще чуть не разобрался в этом моде. Все здесь перевели на английский. Так. Обновили он. Так. Схемку, просто на одиночке
Карта. Я не могу сейчас показать. У нас почему-то карта не работает. На сервере работает в одиночке, да. Так. Так. А, да. Да. Так. И еще там добавили. Так. Если запутать, покажу. Добавляем станцию. Это вот так у нас выглядит. А мне обращать внимание, я сейчас буду развивать общественный транспорт. Так. Так. Мы решили сделать каждый за Смоленской каждые 5 минут. Будут пробки на ходом ряду стоять, в свою очередь. Так, поездов всего 6. Всего поездов 6. А сторону по культуре 14 поставили. Если получится, вам я запишу еще одно видео. Если сегодня или завтра. Да. Так. А, да, еще что не понравилось. Если поставить вот так в реальности, там вот. А, вот. Так. Почему-то поезда начали долго отстаиваться. Осторожно, двери закрываются, следующая станция Комсомольская. В депо начали больше стоять по времени. Когда вы создаете маршрут, примерно через сколько поезд выйдет? Примерно. Так. Короче, что я... Так. Это следующий, наверное, поезд. Так. А, я, кажется, понял, из-за чего скрывается поезда. Если я буду поезд опаздывать по расписанию, должен догнать свое расписание. Так. Будут ехать с такой скоростью. Под бешеной скоростью. Так. Станция Комсомольская, выход к кварталам Ярославскому, Ленинградскому и Казанскому. Вот так вы знаете, Комсомольская. Короче, решил здесь поменять здесь стеночки. Там один мод использовал. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Красные Ворота. Вот так у нас стеночки, как в реальности. Хорошо. Итак, я сейчас покажу, что еще. Короче, я на Комсомольской сделал дороги. Вот эскаваторы у нас пошли. Этот будущий кольцевой линии у нас переход. Пост мы загородили. Пост мы скопировали все станции, что нам заново не строить. Итак, что еще? Здесь я сделал разворот для троллейбуса. Провода еще не успел поставить. Ну, Садовое кольцо расставил. Все троллейбусные провода.
Скоро здесь появятся троллейбусные провода. Так. И в будущем появятся вокзалы. Когда мы будем строить диаметры московские и другие города. Так. Короче, я еще в центре зала на всякий случай поставил под лестницу табло. А, насчет карты. Смотрите, карта у нас будет меняться. Сейчас скажу сколько. Каждое десятилетие. А, давайте я покажу вам одну фишку. У нас теперь загрифинить нельзя. Мы отключили вот. Так, сейчас покажу вам пример. Сейчас найду ЗЖГ. Так. Сейчас. Так, где это у нас? Так. Смотрите. Берем динамит. Вот. Сейчас то вы сами узнаете. Вот все. У нас специальный плагин стоит. Чтобы все, теперь нас больше не загриферят. Случай есть. Если будет лава, поломают станции, мы можем использовать Quai Protect плагин, который может восстановить после гриферства, и все. Так. А, да, еще. Если появится звездочка, я типа поезд со опозданием приедет. И все. Так. Короче, мы перешли это на один, версию на 1.20.1. Короче, смотрите, есть фиш. Да каким моды мы Итак, смотрите. Через биксер мы для экскаваторов. Я могу цифры делать этажные. Дальше. Вот такие мы, да. Так. Лифты. Я покажу вам функции с лифтами. Там добавили. Так. А, через минутку. У нас одни смоленские поезда сейчас будут. Смоленские. Так, ага, сейчас у нас будут поезда. Так. 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 Сейчас посмотрим. Кажется, он только немножко просчитался. Просто не успел добавить количество поездов. Сейчас немножко... Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Красные ворота. Вот сейчас не успел он настроить до парк культуры. Так. Так, давайте сейчас я настрою. Ага. четырнадцать.
Так. Кажется, я знаю так, как. Так. Сейчас мы доедем сам до Красных Ворот. Станция Красные Ворота. И с вами. Почему-то у нас одни смоленские поезда сейчас едут. Только один поезд на парк культуры. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Кировская. Так. Вот так у нас выход станции Красные Ворота. Мой второй выход за... Вот, так, сделали с вторым выходом. Это позже открыли. Так, а что у нас? А, кажется... Почему... Да. Понятно. Пожалуйста, настой сейчас расписание. Чтобы сейчас выехали. Так. О, кажется, я здесь забыл турникеты поменять. Так. Так, где у нас выход? Так, блин, у нас сейчас чуть-чуть Красные Ворота. Расширим. Все. Теперь у нас пробился у нас. После я не успел еще указатели поставить не везде. Какие поставил? Вот так у нас выглядит вестибюль станции Красных Ворот. Вот Садовое кольцо уже проложил. Ничего страшного будет сзади стоять. Остановки будут здесь, троллейбусные. Здесь будут ходить троллейбусы 1, 3 и Б. Кольцевые. Пукашка у нас в будущем будет ходить. Так. Блин, понятно, я здесь турникеты... Не поменял. Так, все. Понятно, кто-то здесь табличку поменял. Да, все отлично. Так. А, через 2 минуты у нас будет ближайший поезд. Так. Короче, у нас с вами осталось по основному. А дальше у нас пойдет по мелочным. Так. Так, значит, у нас с вами станции идут с первого вагона, которые выходы находятся. Короче, вот у нас такие туннельчики появились в четвертом версии этого мода. Вот, хорошие туннельчики. Некоторые мы используем квадратные метропарковские. Да, есть еще такие... Туннели на один путь, который не полный. Мы типа используем на одну рельсу, ну, и второй путь тоже. И еще покажу вам, что функцию, что добавили. Итак, видите кисточку? Вот я взял для вас кисточку. Итак, смотрите. Если вы нажимаете типа... Настроить, вот, видите, как вы хотите туннель взять. Примерно вот так. Так, о, опа. Смотрите, что здесь добавили со светофором. Можно вот так настроить светофор. Так. Кисточкой. Нажать по светофору.
А вот он едет до парка культуры. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Кировская. Вот еще там добавили вот этот в поезд. Где я нахожусь? Я не знаю. Итак, и еще в этом версии. Теперь нельзя заходить в кабину машиниста. Так. Не обращайте внимания, просто... С прошлого сезона. Так. Да, потому убрали ключ уже все в этой версии. Да. И еще раскачивание добавили поезда. Вот. Вот так. Такое раскачивание. Теперь стало все реалистичное. Станция Кировская. Вот так у нас Кировская выглядит. Я просто все закрыл эти блоками. Весь центральный завод. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Дзержинская. Вот так у нас выглядит станция Кировская. Так. Так. Вот здесь у нас будущий на Тургеневской переход. За дело оставили. А только теперь на мини-катере. Да, вот, да. Вот так у нас выглядит вестибюль. Здесь будут щипаться трамвайные пути. Здесь будут ходить трамвайчики. Так. Все, следующее, давайте на Дзержинскую. Так. Вот здесь у нас задел под Тургеневскую. В будущем выходу на улицу. Так. Так, короче, вот, смотрите, фокус вам показывал со светофором, с кисточкой. Так. Да. Так. Сейчас посмотрим, через сколько у нас с вами поезд. А, через минутку, понятно. Посмотрим, у нас сейчас стоит интервал. Каждый смоленский поезд каждые 5 минут. А до парк культуры у нас 3,5 минуты. Пока что времени на самых тупиков нет. Первый год не было ни одного оборотного тупика. А в 36-м появились первые оборотные тупики. Итак. Посмотрим, что еще. Так. Но видите, все добавили, сделали на английском. Так. Да. Так. Так. Так.
Так, а сейчас через минутку будет поезд. Так. А, что? Сейчас напишу, что с поездом. Понятно. Хорошо. Короче, полетим на следующую. Пока что настраивай. Полетели дальше. Так. Так. Я время тратить я не буду, так. Вот следующая станция на самом деле Дзержинская. О, да, уже встали поезда. Вот так у нас выглядит станция Дзержинская. Перезапускаю всю линию и поставлю другое расписание. Так. Вот так у нас вы так у нас выглядит. Проспект Калина у нас и Кузнецкий мост у нас. А, я, кажется, забыл оплатить. Так. И вот у нас такой вестибюль получился. Здесь поставили у нас подземный переход на всякий случай. И вот у нас здесь проспект Калинина идет у нас с вами. На Лубянке. Есть на троллейбусные провода, которые я сегодня поставил. И автобус остановки вот такие у нас. Короче, имеются вот такие таблички. Да откуда у нас будет идти троллейбус? Конечно, будет маршрута. Я решил первый сделать до Арбатской. И вот табло прибытие троллейбус транспорта. Да! Потом, я сейчас занят. Итак, сейчас у нас так у нас выглядит. Сейчас. Итак. Сейчас мы с вами. Пока будем ждать поезд. Так, а сейчас через 2 минуты. Вот.
Так. Полетели дальше, мы не будем ждать, тратить свое время. Так. Так, вот так у нас. У них станция охотный ряд. Таким образом. Вот у нас будущий переход на театр на площадь Светлова у нас выходит и на проспект Калинина. И вот у нас вестибюль у нас. Так, здесь у нас снова троллейбусные провода. И еще я поставил раздатчик из эмодов. Можете... Вот видите, раздаются автоматически изумруды. Чтобы изумруды взять, тут у нас стоит раздатчик. Дальше у нас здесь используется автомат, что можете пополнить. Вот и все. Только изумруды можно здесь только. Просто тестовый поставили один. Потом мы везде поставим, если что, у кого-то деньги кончатся. Есть еще баланс. Сможете посмотреть. У меня сейчас 100 тысяч, 100 тысяч, 38 тысяч у меня. Баланс у нас. У меня. И еще здесь баги с светофорами. Просто. Так. Ну что ж. А, уже перенастроили. Понятно. Ну что, ждем. Итак, следующий у нас библиотека имени Ленина. Эти баги с светофорами. Сейчас быстренько с вами изучим. Так. Через 10 минут. Так, вот у нас. Вот так будет станция библиотеки. Переход мы оставили. Чтобы нам не строить. Пока что нас забыли закрыть. Один проход. Но забыл выходы написать. Ничего страшного, я все подправлю. Так, здесь у нас будущий переход на девятую линию. Просто решил мы взять с Боровицкой. Вот так у нас. Понятно, что у нас. Понятно, у нас ничего страшного. Так. Вот так у нас выглядит вестибюль. И давайте покажу вам, что добавили еще в этой версии. Здесь буду еще ходить, планирую еще какие-то еще маршруты сделать. Короче, решил сделал парковочку. Здесь добавил мод на мопеды. Вот такие дверцы. И еще вот лифт. Сейчас узнаете, что с анимацией. Вот, теперь видите анимация лифтов. Хорошо.
Теперь сами как. Так. Этот вход мы не сами будем использовать. Так. Теперь идемте к этому вестибюлю. Понятно, я не... Ну, когда все настрою. Так. Так, через 5 минут, понятно. Еду уже на Кировскую. А, уже на Кировской поезд. Так, давайте следующую библиотеку Лень. На дворец советов. Вот такие у нас туннельчики у нас. Там один. Вот такие у нас. Вот так у нас выглядит станция дворец советов. Один вестибюль я закрыл. Вот так выглядит сама станция. Все, что бахнуть. Вроде ломаются, да. И вот такой вестибюльчик. Посередине бульварного кольца, вот. Короче... Вот здесь дорога, которая... И вот сделано все, вся бульварное кольцо. Вот бульварное. А садовое там еще не готово. Сначала буду обустраивать районе бульварного кольца, потом до садового кольца. Ну что, все. Дальше едем до парка культуры. Так. А он поезд уже на Дзержинской. Так. Сколько на записи у нас уже идет? 37 минут. Давайте дальше с вами полетим на парк культуры. Сейчас. Так. Сейчас давайте подождите. Так. Так. Сколько у нас? Надо с вами ускоряться. Да, уже следующая библиотека, да. И вот у нас идет. Пока что временно будет только один туннель. А в следующем выпуске появятся уже оборотные тупики.
Вот так называется станция Центральный парк культуры отдыха имени Горького. Вот так у нас выглядит. Так, вот у нас такой у нас вестибюль. И вот он еще почти вот недоделанный. Это типа под кольцевую линию. Так, ну что ж. Ты приходишь на охотный ряд. Так, воспользуемся вот этим. Так, здесь, спасибо. Так, и ждем, через сколько у нас будет Смоленский поезд. А, через 3 минуты, понятно. Короче, можно сократить. Здесь с вами до библиотеки имени Ленина. Проехать на одну станцию. И потом пересесть на другую. Надо немножко пройтись. Полный один переход до улицы Коминтерна. Так. Сейчас теперь изучаем вилочные станции. Так. Так. Так, через минуту будет. Давайте подождем следующий у нас поезд. До Смоленской, так уже. Так. А, сейчас у нас будет через 50 чем-то секунд уже до станции Смоленская. Так. Так. Так, чат. А, хорошо. А вот наш поезд до Смоленской. Вот такие баги бывают. Поезд с топорами. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция, улица Коминтерна, платформа справа. Короче, у нас задержку стоят около 20 секунд. На станциях стоят 20 секунд. Сейчас мы сворачиваем на улицу Коминтерна.
это на вилку, на личное движение. Да, позже раз... Да. Улица Коминтерна, платформа справа. Вот так вот станция улица Коминтерна. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Арбатская. Вот так у нас выглядит сама станция. Так. Понятно, у нас вот так у нас и выглядит пешеходные мостики. Турникеты забыл поменять, ничего страшного. Это будущий переход у нас с вами на первую, третью линии. Так, вот так у нас выглядит вестибюль станции улицы Коминтерна. Мы туда с вами заглядывали. Смотрели, как работают лифты. Так. Так, ну что ж. Следующая у нас с вами станция Арбатская у нас уже. Так. А, через 3 минуты, понятно. Мы не будем ждать. Вот мы уже догнали следующий поезд. Вот так у нас станция Смоленская у нас. А, Арбатская. Вот таким образом. Так, все будет через здесь 2 минуты. Через 4. Так. Вот так у нас и выглядит сама станция. Так, здесь у нас с вами турникеты. И вот такой у нас весь внутри вестибюля. А теперь снаружи вестибюля. Вот так у нас сам вестибюль. Разворотное кольцо для троллейбуса вот сделал. Так. Да, короче, вот. Здесь будут разворачиваться троллейбусы. Будут некоторые здесь конечные для троллейбусов. И последняя сегодняшняя станция Смоленская. Так. Спасибо. Так, короче. И тут у нас будет будущий буфет. Просто здесь надо застроить дверцу, поставить. Типа буфета. Так. Вот такую дверь поставим. Просто, да... Так, через 2 минуты, значит, поезд. Так, сколько у нас получилось длина видео? А, уже почти час длится ролик.
Уже скоро час. Уже 50 минут уже. Так. Да. Так. Так, 2 минуты, так, 1 минута. Да. Да, это приехал, да. Это, да. В сторону Сокольников, да. А, да, я сейчас покажу. Если на следующей станции... Я покажу, что... Покажу одну. Помою. Так. Помою, сейчас занят. Так. Это на следующую станцию покажу. Так. Да. Так. Да. Так. Сейчас, через 30 секунд. Понятно уже. А, он уже едет, наш поезд. Так. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Смоленская. Так. Все, и последняя у нас сегодня станция уже. Это улица Коминтерна. Оп. Они. Смоленская, точно. Так. Так, минус у нас... Так. Так, это вагоны светофоры. Поезда, которые для метропаковские, так. Так. Ими. Итак, это поставлю за карту плюс и минус. Полуплюс и полуминус. Просто на плюсе на одиночке работает карта. Системная. А на сервере нет. Станция Смоленская, конечная. Поезд дальше не идет. Просьба выйти из вагона. Так, все, да, так. Вот так вот станция Смоленская уже. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Арбатская. Вот так у нас вот станция Смоленская. И сейчас покажу вам одну фишку, что добавили в этом. Я вам на стриме показывал. Так. Итак. Сейчас вам покажу. Итак, смотрите, вот берем рельс такой. Берем вот. Сейчас возьму, поменяю. Чтобы поменять. Так, вот это у нас будет. Берем с вами кисточку. И убираем туннель.
Так, и ставим 3D. Рау. Так, дальше мы берем вот эту штучку. Отмечаем как депо. Пишем цифру 1. Так, здесь видите, поезда видите, не заспавнились. Это большой плюс, чтобы нам не мешали менять каждый раз поезд. Это большой плюс. Я ставлю так. Дальше. Можете ставить разные поезда, например. Сейчас покажу. Я, видите, разобрал, что как это работает. Фэнбонс это типа передний вагон. Итак, смотрите. Small и Normal. Small и Normal. Вот так можете делать примерно. Вот таким образом. Вот так можете делать. Ставите разные тележки под вагон. Так, это большой плюс. Теперь у нас поезда сразу не спавнится, как в предыдущих версиях. Так. Надо собирать это по частям. Так. Вот такой у нас ёжик. Вот и полуномерной, видите? Полуёжик полуномерной. И снова, да, вот так можно сделать. Это большой... Теперь можно в этой версии менять. Итак, на этом все. Я заканчиваю очередной видеоролик. Вам понравился? Итак, не забывайте подписываться на мой канал. Следующая серия я успею записать, наверное, сегодня, по 37-й год. Только одна станция будет. Только Киевская. Всем удачи и всем пока.